3, 2, 1. У здоровому тілі – здоровий дух. Екопівмарафон «Зміїв Трейл» пройшов у селі Задонецьке Зміївського району. «Зміїв Трейл» ми організували для пропаганди здорового образу життя. Мы хотим, чтобы жители нашего района немножко проснулись, начали бегать, заниматься спортом и в целом стали вести активный образ жизни, чтобы параллельно с пассивным отдыхом в их жизни присутствовал и активный отдых. Это прекрасное мероприятие, очень радостно видеть вот таких вот малышей, которые приобщаются с детства к спорту. Это им поможет и в жизни, в здоровье. Спорт не має віку. Свято, що проходило під патронатом депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої, об'єднало більше 500 спортсменів усіх поколінь. С каждым годом это мероприятие набирает популярность, все больше и больше приезжает людей, это уже известно далеко за пределами и Харьковской области, и уже из многих городов Украины к нам приезжают сюда, потому что на самом деле это одно из таких очень ярких и знаковых мероприятий. Конечно же, это здоровый образ жизни, да, к которому мы все стремимся и пропагандой которого занимаемся. Это прекрасное времяпровождение для, как семейный досуг, потому что здесь у нас приготовлены трассы даже для детей. У нас есть 100-200 метров, арка из шариков, они уже стоят на старте, готовы бежать, все с номерами. И родители с удовольствием наблюдают за первыми попытками, тренировками, предмарафонами будущих наших чемпионов. И, конечно же, это очень объединяющее мероприятие, куда приходят люди всех возрастов, и это бесконечно радует. Депутати Зміївської районної ради особистим прикладом показують – усе можливо, треба лише захотіти. Самое сложное было вообще напрячься и начинать что-то делать. Это самое сложное. Все остальное с командой, с помощниками, с друзьями, с товарищами, все остальное по плечу. Но все это, конечно, было бы невозможно без наших, ну, самых главных друзей, самых главных помощников, вдохновителей, без народного депутата Украины Евгения Владимировича Мураева, без нашего областного депутата Валерии Мураевой. Валерия вообще каждый день здесь была, она прошла трассу вместе с нами, посмотрела каждую кочку, каждую выемку. Все для того, чтобы понравилось, все для того, чтобы у людей, правда, был праздник спорта, жизни, замечательного семейного отдыха, вот чтобы все было именно так. Вот так, как сегодня солнечно. Учасники «Зміїв Трейл» ставили рекорди. Найвитриваліший учасник еконапівмарафону у 69 років подолав трасу підвищеної складності довжиною в 21,5 кілометр. А наймолодшому спортсмену дорослої траси, який разом з татом пробіг дистанцію у 6 кілометрів, виповнилося 5 років. Я дуже рада на всіх соревнованиях посоревноваться со всіми. Що саме важливе – це побідити. Нагороджували переможців забігів екокубками, почесними грамотами, медалями та грошовими призами. Приглашається Божевілов Дмитрій, який отримує золоту медаль, наші бурні аплодисменти, нашу підтримку і денежний приз, звісно ж, в розмірі 1000 гривень. «Зміїв Трейл» вже давно не просто напівмарафон. Це простір для спілкування з однодумцями, місце зустрічі тих, хто займається бігом професійно або просто любить цей чудовий вид спорту.